river lifts to my whistle. Come give me a tune. Deep throat, what you blow my flute. Ну, будинок есть будинок, это дом. Так, у нас есть два варианта. Первое, это вот как выход наружу, то есть это за пределами дома. Либо это неприятное лицо, видимо, какая-то рожа. Так, первый мой вариант был, это ветер. А второй мой вариант, это был, типа, какое-то животное, типа, букашки, которое жужжит и летает. А у меня был вариант, что это вентилятор. Мы думаем, что это лишко, ну, на украинском это кровать, кровать. Отельня — это сковородка. Ну. Это очень похоже на тарелку, поэтому других вариантов у нас нет. Сначала мы подумали, что это краник, а потом в аналогии на украинском нашли слово керівник, руководитель, типа глава. У нас это підручник, учебник. Крыжовник. Ну вообще, кроме крыжовника, у нас идей нет на самом деле. Нет аналогии даже, не знаю. Хвороба — это болезнь.